меня трясутся руки. Привет, это Е1. Меня зовут Юля, и мы снова в парке Маяковского. Мы уже очень много что здесь протестировали, но сегодняшнее видео, кажется, будет самым страшным, по крайней мере для меня, потому что тестируем мы воздушную гимнастическую трапецию. На самом деле, это скорее будет тест-драйв меня, потому что очень страшно. Я боюсь высоты, боюсь лестниц, а там нужно подниматься по лестнице. Я физически абсолютно ни к чему такому не подготовлена, и провисеть на турнике могу в лучшем случае секунду. Конструкция называется трапеция для воздушного полета. На ней мы обучаем детей от 4 лет и взрослых воздушной гимнастике, людей без опыта. Она в высоту 10 метров и в длину 33 метра. Позволяет обучаться как начинающим, так и уже продвинутым воздушным гимнастам. Наша школа работает с 2016 года в Москве, в Лужниках, в парке Горького, в Сколково. И этим летом парк Маяковского пригласили нас открыть здесь школу на 2 месяца. Мы будем работать здесь до 18 сентября. Сделаем маленькую разминочку, а потом пойдем на эту тренировочную трапецию. Давайте. Так, ну пока я как будто просто на физкультуре. Тоже не нравится, но получше. Ну, я физически не смогу этого сделать. Это невозможно. А я нельзя просто, чтобы я такая и пролетела один раз, и все. Ноги наверх. Нет, все, это не получится, не получится. А как я потом спущусь? И зацепиться. Хорошо. Сюда ручки выгнутся. Хорошо. Вот и все. Все хорошо было. У меня ноги трясутся. Они меня крутят вот так вот. Мне не нравится. Так, ну нам надо туда, да? Дальше. Это самый жесткий тест-драйв, который мог быть. Да, это жестко. Там девочка уже инструктаж прошла и лезет прыгать. Ноги наверх. Зацепилась. Я держу, выгнулся. Хорошо. И бежим, ноги вниз. Входим на сетку. Молодец. Ноги на себя. Я в шоке. У меня трясутся руки. Это волшебная пудра. Когда мы ей мажем руки, то все уже становится не страшно. Пока не работает. А, я не упаду же в бок никак? Нет. Класс. Господи, что-то пошаталось. Все, ты здесь. Нет, я не могу. Подождите, секундочку. 2000 years later. Все. Полетели? Да. Ножки убираем? А, все? Ноги убираем? Так не колени. Согнула. Убираем ноги. Не могу. Держись. Хорошо. Да какие наверх? Ничего не будет наверх. Нет! Нет! Я отпускаюсь. Ложимся сюда, руки, и ныряем. И сейчас вперед сиськи ползите. Угу. Сиськи перевесим. Хорошо, давайте. И... Ручки держим. Хорошо. Супер. Весь парк видел, как я, какое сыкло. Кажется, я увольняюсь. Супер. Видишь, что ты смогла сделать, а ты переживала. Спасибо вам большое за терпение. Эмоции. Уйди нафиг со своей камерой, Максим.
Пошел. На самом деле, если отбросить мой страх высоты, то получилось очень круто. Я с удивлением обнаружила, что я могу провисеть на руках не секунду, а подольше. Я рада, что попробовала. И вы тоже пробуйте как минимум один раз ради новых впечатлений. Точно стоит. Пока!